Латвия надеется, что в 2016 году между Евросоюзом и Украиной и Грузией будет установлен безвизовый режим, заявила в понедельник в Киеве в ходе презентации приоритетов председательства Латвии в Совете ЕС посол Латвии в Украине Аргита Даудза. По ее словам, политическое решение о внедрении безвизового режима будет приниматься на основе выводов экспертов о выполнении Украины требований по введению безвизового режима.